Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной из Дубасар Василий Михалап. Он служил связистом, воевал с 42-го года. Победу встретил в госпитале после тяжелой контузии. Василий Маркович награжден орденом Отечественной войны второй степени. Василий Михалап освобождал Прибалтику, Румынию, Чехословакию, Венгрию. Сперва воевал на Западном фронте, затем на Втором Прибалтийском. Войну закончил в составе Третьего Украинского фронта. Василий Маркович родился на Дальнем Востоке, а после войны приехал жить в Молдавию. Участвовал в строительстве Дубасарской ГЭС. Вся его мирная жизнь была связана с автомобильным транспортом. Василий Михалап часто выступал перед дубасарскими школьниками с рассказами о войне. У ветерана осталась большая семья. 5 детей, 8 внуков и 12 правнуков. Его внуки в 92-м с оружием в руках защищали Приднестровье. Василию Михалапу было 97. Прощание состоится завтра в Дубасарах.